Какие высокие девушки. Да, все-таки короткое пальто, полукороткое пальто. Это красиво, когда еще нет сильной зимы. Как бы холодной зимы пока нету, поэтому полукороткое пальто смотрится более стильно на женщин, даже на взрослых элегантного возраста. Ой, что это? Твинсет? Твинсет сделал новую витрину. Выставил красивую на праздники, на вечер платья. С пайетками, с кружевами. Посмотрим поближе. Курточка. Бомбер, да? Дутая сейчас как модно. Ну вот девчонкам, у кого длинные, стройные ножки. Ну, вот это вот не очень. Вот это вот. Это как эстрадный костюм для концерта певцов. А вот эти вот так ничего. На тусовке. На тусовке неплохо. Вот этот вот стиль, который в середине, да, мексиканский, мне не очень нравится. Потому что он ляпистый, когда девушка не стройная и невысокая, это все будет увеличивать фигуру и снижать рост. Вся эта ляпистость. Представляется, иногда вот даже делать нечего. Слава Богу, что у меня появилась внучка. Появился какой-то смысл жизни более счастливый. Вот на самом же деле целыми днями делать нечего в Италии. Особенно в Падуа. Когда ты слишком свободная, вот абсолютно делать нечего. Дама с собачкой, цветные джинсы. Как интересно. Такое я первый раз вижу. Мальчик. Вот все-таки как красиво черно-белый цвет. Белая рубашка и все остальное черное. Ей бы еще маленькую красную сумочку, было бы классно вообще. Мужскую моду посмотрим. Мужская мода, конечно, очень красивая, очень просто. Просто шик. Очень редко вижу Падова девчонок на каблуках, прямо так красиво. Потому что, конечно, в кроссовках все-таки более удобнее ходить. И вот мужская мода. Я раньше у них все время покупала во время распродажи 50% моему сыну вещи, особенно куртки и пуловеры. Карузо. Вот вам Настасья Филипповна и пиджак в клетку в английском стиле. И пальто в клетку. Тоже вот это вот красиво подобрала цвета. Сиреневый, фиолетовый, да, по-моему, это. Со серым и коричневым. Молодец, женщина сегодня выиграла первое место. Первое место в стрит-стайле. Очень красивое пальто в клетку.
Molto bella capota, signora. Che marca? Ah? E dove vendono? Questo io, vedi, non è una marca particolare. Questo l'ho preso in ghetto da noi in centro. Ah sì? A quando? Cristina adesso? Vanni. Sì, una settimana, 10 giorni fa. Si chiama Cristina Vanni, è in ghetto. Cristina Vanni? E quanto può costare così, capota? No, bellissima. Non costa tantissimo. Grazie, proprio io faccio blogger, proprio vista lei subito, perfetta look. Grazie. E даже волосы под фиолетовый цвет подкрасила, молодец такая. Так, сказала, что такие пальто продаются на Via Ghetto. Я сейчас пойду и сказала, что недорого. Какой-то бутик называется Кристина. Я на Via Ghetto всегда проходила, но ни разу не заходила там такие бутики. Я бы пошла бы себе такое пальто купила бы. Но немножко, если светлого цвета есть. Посмотрим сейчас. 3:30 откроются магазины. Еще 3 часа. Просто у нее были перфекто подобранные цвета. Как говорит другая, компоновка. Хотя я слово компоновка не использую. Ой, как красивая девушка. Высокое, стройное, голубое пальто цвета туркеза. Да, аквамарин, аквамарин цвет. Не туркеза, а аквамарин. Ой, сегодня на самом деле очень много симпатичных и стильных женщин. Вот вам и спортивная, видимо, возвращается со фитнеса. А может, уже открыли там наверху фитнес? Я смотрю, почти закончили наверху ремонт. Иногда показываем мальчиков элегантного возраста. Нашим девочкам, наверное, интересно посмотреть на наших мужчин подаванских. Вот тоже красивый цвет. Ну, Падова – это не Париж, девчонки. Особо есть, конечно, и в Падово стильные девчонки, особенно по вечерам, когда выходят на тусовки, все на каблуках, красивые, стильные. Но днем мало кого встретишь стильных. Мало кого встретишь, потому что днем все одеваются в очень такие удобные вещи, комфортабельные. Вон там он должен быть. Фитнес-клуб наверху этого здания. Так, каблуки, сумка Gucci. Так хочется где-нибудь на солнышке посидеть. Но волка ноги кормят, девчонки. Рабочие все работают. Бонус 110%. Деньги вроде возвращаются. А, да, я же иду на Via Ghetto, да, в 3:30 открываются. Посмотрим, что за пальто там такое в клетку, если, конечно, не распродали. Ой, сегодня столько много видео сделала, девчонки. Опять мы около Пьяцца Кавур и Зара. Бар Кавур, где очень вкусные брускеты и очень много солнышка зимой, где я всегда сижу. Всем здоровья и добра!
О, боже мой, что здесь звучит. А вот и здесь, которое пальто я померила, кирпичного цвета такого. И сумка красная, и пальто в клетку. Это вот Патриция Пепе. Но заходить не буду, потому что у них все время музыка. Ой, что за шум такой странный. Так, это у нас уикенд Макс Мара. Ой-ой-ой-ой. По мозгам бьет этот шум. Надеюсь, вас не бьет по мозгам. Это у меня психика фраджили, хрупкая. Поэтому меня бьют по мозгам такие звуки. Так, выхожу на пьяцца Фрутты. Выхожу на пьяцца Фрутты, где тусуются стильные девчонки на великах в Тедди из барашка. И все сидят спокойно. Такой красный Келли, такой красивый. Так, это у нас пьяцца Фрутты. Фрутти, а не фрукты. И оттуда я зайду на гетто, потому что еще полчаса есть. Как всегда, у нас рынки. Дальше у нас идет. Ой, какой интересный пиджак, забыли, что ли? Какая спортивная девочка в розовой маечке. Так, это у нас пьяцца Эрбе. Что-то народу маловато для пятницы. Всегда здесь столько гамма, шума было. Все сидели. Так, надеваем очки, когда солнышко, потому что без очков быстрее появляются морщины от того, что вы морщитесь на солнышко. Вот она, пьяцца Фрутты. Но знаете, здесь столько шума от машин, которые убирают после рынка. Я здесь не буду снимать. Да, девчонки, вот одна девушка спросила, какая марка купальников. Я сама не знаю, какая марка купальников, потому что я сама быстро отрезала этикетки, потому что не люблю, когда чешется из-за... Обычно же все из пластики эти, как называются, вшитые. Поэтому я сама не знаю, но вот этот вот в моем видео о купальниках, там я показываю на стене инстаграм этого бутика, этой женщины. И если вы откроете ее инстаграм, то вы поймете, что за марки у нее. У нее очень много марок. Это сборник всех разных марок нижнего белья и домашнего белья. И купальников, поэтому вы спокойно там можете найти все, что вы захотите. Или пойти померить еще раз тренч белый, но потом все деньги будут уходить по мелочам Луи Виттон, да? А мне хочется что-нибудь такое конкретное себе купить. Ok, made in Italy per il 60%. E poi девчонки, вот она говорит, что у них здесь микс вещей английских и французских. Но это носится без пояса, по-моему, как халат.
Видите, та женщина, она, оказывается, была... Ой, скуза, была адвокаткой, у нее фермати, было... Фермати. Спигай тут того, что я кое-что, я Но не с красным цветом, конечно, девчонки. Пальто? Как вам нравятся такие пальто? По-моему, даже на две стороны можно носить. Весною и с этой шелковой стороны. Вот такие вот вещички. Но 180 евро. Женщина говорит, продавщица, что можно из другой стороны носить, как халат узбекский. Non hai le tasche qua. Unica cosa. Окей. Это французская марка какая-то. Ну, прям вот так вот, как халат узбекский шелковый. Но я бы носила бы все-таки без пояса. Volevo fargli il risotto col tastasale.